Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Call of Duty 2, насколько вы видите. Сталинград, 43-й год. 2 января 1943 года. Сталинград оказался ловушкой для 6-й немецкой армии. Город со всех сторон окружен советскими войсками. Немцы лишены всякого снабжения. Запертые в городе немецкие солдаты голодают и испытывают нехватку боеприпасов. Тем не менее, они не сдаются в плен, так как боятся, что их расстреляют советские комиссары. Борьба за пылающие руины обостряется, когда в город входят тысячи советских солдат. Их единственная цель — отбить Сталинград квартал за кварталом. Так, 15 января 43-го года. Сталинград. Минус 44. Ого, вообще замечательно. Боятся, что их расстреляют. А на войне они не погибнут. Товарищи, фашисты захватили уличные бои на этой улице. Наш долг — отбить у них эти здания, а потом уничтожить... Три дня. Так. Что, у меня пистолет, что ли? Серьезно? Ну и нахера он мне нужен? И я хотел бы его обменять. Там наших бежали, им нужна помощь! Давай. Я думал, тут можно пройти. Спокойно. Так, это наши, наши. Где немцы? Ой-ой-ой, давай. Вот так. Ну и поехали. Так. Для начала давай сюда поднимемся. Так, захватите жилые дома. Захватим. Найдите магнитные мины. Они погибли! У нас ничего не выйдет! Тут Вася, держись! Василий, бегом к нашу! Может, так. Значит, нужны мины. Это танк наш, нет? Нет, это не наш. Да и вот эти ребятки не наши. Не понял, на! Ты чё не подыхаешь, падла? Боеприпасы, автоматы МП-40. Да мне не... Боеприпасы, автоматы МП-40 надо. Давай. Не все. Только вы сдохнете. Так, где? Так. Да стойте, падла. Так. По мне, я его даже и не заметил. Вот тебе и тваринка. Так. тихо. Давай. Так, что надо? Захватить жилые дома. Так я только что там был. Воу. Дом наш, товарищи. Теперь зачищаем вперед. Так, захватите жилые дома. Осталось один. Ты дверь открыл? Куда собрался? Ой-ой-ой-ой. Тихо, ага, размечтались. На.
Давайте. Я уже почти его захватил. Почти захватил. Кого вы сейчас тут? Тихо, тихо, спокойно. Так, что надо? Двигайтесь к зданию горсовета. Ну, неплохо, да. Двигаемся. Да без проблем. Да с удовольствием. Где они? Давай. Давай. Я стреляю, успокойся ты. Где вы? На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне из окна-то не выпрыгнуть. Двигайтесь к зданию горсовета. Давай. Вася, надо подорвать танк магнитными минами. Господи, Вася, это еще и я. Мало то, что Козлов, так еще и Вася. Что ж мне так не свезло-то? Ну, с одной стороны, ничего плохого и нету, конечно, но... Не хотел, все равно. Так, мне за ним бегать, да? Твою ж мать-то! В мирное время дети хоронят отцов. А, вот что, это танк по мне хреначит. Он, оказывается, не игрушечный, а настоящий. Воу-воу-воу-воу. Вот, значит, как. А я как будто бы и не видел, да? Тихо. Нате вам. Все? Устреляю его. До конца доводи работу, до конца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Товарищи, это кратчайший путь к горсовету. Вперед! Давайте. Тра-та-та-та-та-та-та, сейчас, сейчас. Ух ты. Куда-то вы... Храбрым испугаться до смерти, но продолжит бороться. Так, ну это понятно. 15 января 43-го года, минус 30, Сталинград, снег. Лейтенант Васильский приказал отряду остановиться на привал. Горсовет. Отдыхаем. Давай, идем! Пойдем. Доберитесь до здания горсовета. Идем, идем!
Так. Как тут в такой мороз еще бегать, умудрять? На. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. В обход, значит. Ага, хрен там. Давай. Ждем. Тихо. Я вам уйду. Так. Не жалеть патронов. Да тихо ты. Вот так, отдышись. Да пошел ты. Прикрыт тебя. Дай-ка я посмотрю. Ага. На. Ты меня ударить хотел? Ты падла. Ну, гранаты мы взяли. Вау, снайпер. Снайпер что ли, или кто? Или просто одинокий дурачок? Где? Хорошо. Ну давай. А кто еще? Тут еще кто-то может быть. Не мирное же население. Конечно, фашисты. Ну, пошли. Трах бабах и нет ее. В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке. Вперед, товарищи! Давай, идем! Давай! Я знаю лишь одну очень короткую молитву. Боже, сделай моих врагов смешными. Бог всегда ее выполняет. Вольтер. 15 января 43-го года. 15:45. Сталинград. Товарищ снайпер. Сталинград, СССР. 16:30. Пора! Да. Вот чем хорош ППШ. С первым этажом все. Я что, один тут? Что есть? Уничтожи противника в западном крыле горсовета. Прекрасно.
Ага. Ну давай тогда маленько по-другому будем с тобой действовать. Теперь жди! Сейчас Паша привлечет внимание этого гада! Паша! Давай! Да! Вместе с Третьим Рейхом! Где? Не вижу. Красное здание! Второй этаж! Так... Да не вижу я. Красное здание, второй этаж. Это кто? Это Паша? Стоять. Красное здание, второй этаж. Где-то он там был. Тут хрен или ничего не видно, война идет. Оп. Ага, хрен там. Все равно. Паша, давай! Да! Четвертый этаж. Готов. Отлично стреляешь. Молодец. Теперь пойдем. Нужно еще отбить горсовет. Пойдем. От меня не отходить. Я с тобой. Хоп. Кто один? Я всех прихреначил. Чё, я все? Чё, где-то кого-то пропустил? Первый этаж захвачен! Верхний этаж захвачен! Ну? Товарищи, здание захвачено. Теперь нужно подготовиться к контратаке. Занять оборонительные позиции. Держаться рядом. Я за тобой. Блин. Они готовятся к атаке. Вон они, держитесь, ребята. Ага. Понятно. Враги! Вне укрытия! К северу отсюда! Немцы тащат пулемет! Стреляй! Тебе конец, фашистская мразь! Да где я? Давай. Да. Я ничего не вижу. Ой. Бей фашиста! Один есть! Все-таки надо снайперку. Паша! Вперед! Укрытие! Паша! Немцы!
Минутку. Где пулемет? Не вижу пулеметов. Вижу пулемет. Ну что, его больше нету. Нашел. Надо уничтожить танк. Где? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да я не вижу. Тихо. Что надо сделать? Подавите сопротивление врага. Фашисты бегут! Ну? Да, Вася, не везет нам сегодня. Но ничего, мы им еще покажем. Что? Все? Вы завершили русскую кампанию. Ох как. Ну хорошо. Ладно, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока.